Привет, друзья! Салют всем, кто к нам присоединился. У нас тут жарко. Конор Макгрегор против Дастина Порье. Бой, который удивил буквально всех. Послушайте слова одного и другого после финального гонга. Слова Дастина Порье. Я счастлив, но не удивлен, поскольку проделал работу. Во-первых, хочу сказать, что Конор воспринял результат очень профессионально. У нас счет 1-1, так что, возможно, мы подеремся снова. Я доволен положением, в котором нахожусь. Это отличная победа, но я сражаюсь за более важные вещи, такие как The God Fight Foundation, это его благотворительная организация. Я люблю свою жену, люблю свой город и люблю свою благотворительную организацию. Моя цель заключалась в том, чтобы действовать технично и выбирать удары. Я вообще не хотел рубиться. Я могу боксировать очень технично, но склонен к тому, чтобы терять голову и попадать в неприятности. Макс Холлоуэй думает, что он лучший боксер, но я дважды побил этого парня. Однако я не имею ничего против него. Посмотрим, что будет дальше. Для меня этот бой был будто титульный. Я чемпион, сказал Дастин Порье в интервью после боя. Теперь послушайте слова Конора Макгрегора. Его удары по голени были очень хороши. Моя нога была убита. Я не чувствовал себя настолько комфортно, насколько мне бы хотелось. Дастин отличный боец. Мне нужно стряхнуть пыль и вернуться. Я это сделаю. Ребята, мне надо быть активным. В этом бизнесе бездействие не прокатит. Я опустошен, ведь вложил в это так много работы. Тяжело смириться с этим. Мне хотелось лучше представить свою команду. Теперь я намерен отдохнуть вместе со своими детьми. Вот и все, сказал Конор Макгрегор. Спасибо за просмотр, друзья. Пишите, что думаете, как вам бой? Что думаете о победе Дастина Порье? Кто станет его следующим соперником? Может быть, Оливейра? И кто будет следующим для Конора Макгрегора? Пишут, что это Тони Фергюсон. Пишите вы в комментариях свои мысли. Всем удачи и до скорого.